Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Каково все-таки, какова роль бизнес-сообщества в развитии нашей международной кооперации и взаимодействия с Алжиром? Огромнейшая. В Москве работает 880 тысяч предпринимателей, 1 300 000 самозанятых. И самый важный показатель – это 25% доходной части бюджета дает предпринимательское сообщество. Я хочу обратить внимание, что любой предприниматель заинтересован в подготовке высококлассного специалиста. И не только, чтобы он к окончанию учебного заведения имел образование, он должен иметь какие-то навыки. И вот торгово-промышленная палата помогает, чтобы предприниматель как можно раньше мог выбрать из числа студентов, обучающихся, того человека, который потом к нему придет работать. Вот точно так же мы предлагаем нашим алжирским коллегам, я выпускник университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, я знаю, сколько мы подготовили прекрасных специалистов и как успешно они работают сейчас в Алжире. Вот мы предлагаем предпринимателям Алжира, направляя сюда студентов, а торгово-промышленная палата Москвы поможет им получить те навыки, которые им помогут стать предпринимателями и работать уже в России. Мы считаем это очень выгодно. Предприниматель направляет на учебу, и он к окончанию учебного заведения получает еще специалиста, имеющего навыки работы в России. Спасибо за внимание. Мы открыты для сотрудничества.